привет, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Лид-шоу, Владос Хеопс и Гаварун. Иди сюда. Ну иди сюда, давай. Я думал. Поздоровайтесь. Да, поздоровайтесь. Я желаю. Ну, встань кадр. Да, вот так, все. Скорее всего, вы спросите, кто это такой. Его зовут Артём, теперь мы вот недавно только познакомились, теперь он будет также с нами сниматься и в влогах, и, скорее всего, в летсплеях. И сегодня мы записываем наш влог на Redos, куда-нибудь ещё на канал, на наш, да? Держи. Итак, и в наши, так сказать, часы Дани... Вот, чё? Да не утерись! Это не был мат! Короче, блин, он тоже будет сниматься. Бляха, это на ремне такая штука. Он тоже будет хочет сниматься, всё. Да. А мы начинаем! Там, погнали! Ну мы же в парк идем. Да, идем. Я, кстати, когда мы снимали, убавь. И когда, короче, шел вот это вот снимал, я, короче, сзади открывал уже пачку, так что там есть. Я ненавижу тупой. Ну, дождь шутки ничего не. Бигбон. Бигбон, да, бигбон. Я его сегодня утром хавал, знаете? Ага. С ним, да, с ним. Я вчера утром. Это реально. Нормально люди его заваривают. Да, нормально люди его заваривают еще то. Ну как-то так, Артём. Значит, ты такой же, как я. Вот называется вторая Катя. Катя 2, вот. Катя 2. Да. Только это Катя еще с колонкой. Да, понял. Я не знал этого просто. Ну что не. Пираты. Капец. Да, логично, вставай сюда. Вставай сюда, все, давай. Да, не матерись, пожалуйста. После того, как жрать, начал пить. Это очень тайный всех времен. Там у меня там эта хрень, которая чувствует, что ты дробишь мне волосы. Рекламируй себя. Тебя рекламируй. Чего мне рекламировать, у меня еще ни хрена нету. Ну и все равно я ссылочку-то оставлю. Советую канал Гаварун, да. Да, Данил советует друга, хотя я ему сказал, что он сам себе посоветовал. У меня был старый канал. 37, 38, 39, да? 39. Ага, понятно. Ну я с него ухожу и перехожу на новый. Заходите, подписывайтесь, а иначе жопа. О! Блять. Ладно, пока не делаются, давайте украдем Данилу пиджак. Ты отведел сюда. Тоже. Это тебе месть. Господи, ПВП в реальной жизни. Так, Артём, вы с Данилом. Тан-тан-тан. ПВП. Том. Ой, блин. Тора. Бой бесконтактный, только бесконтактный бой. Только бесконтактный бой. Да. Пошел. Ладно, ребята,
пока они там дерутся. Пока они там того. Да, вообще офигенно, знаете. А я один капюшончик. Наруто. Ты чувствуешь, когда мы с тобой познакомились только сегодня? Да. Сразу же после химии, это же вообще капец. Да, суббота химия, вещь. Да, блин, что-то у меня казалось, что длиннее было. Да. Да. Ты что, пацан, говоришь, да? Да. Да. Знаешь, кажется, тебе вот как это... Элит Шоу никогда не говорит нет. Нет. А ты сказал нет. Все, поэтому все понятно с тобой. Да. Ну, нам скоро будем заканчивать. Да, скорее всего. Да, все. Волосы тупые. Ты туда упал, реально очень. Ой, блин. Кадр вытолкнул. Ну и чё? Ты чувствуешь, когда кто-то пересмотрел А4? Ты чувствуешь, когда кто-то хочет повторить? Я просто не понимаю. Я типа как А4 попрощаться. С вами был... Как там? Дырка. Прошло ещё 30 минут и 20 дней. Дырочки в перчатке. Это Данилу в перчатке, поэтому ничего страшного. Да, ничего уже, страшного. Это было уже это было очевидно. Тем более весна. Как? Я понял! А, вот, все вообще научился. Я неужели я допер? Я вас помог, знаешь. Не попал. Я оператор, еще чего? Размечтался, блин. Тут то ли нету, чтобы был оператором. То ли был оператором, ты не знаешь, кто это такой. Война миров! Господи, ё-моё! Малолетище, блин, пипец просто! Поймал! Он радостно, он вообще радостно, что поймал снежок. Ё-моё! Пипец! Я вам башку ещё пытаться поймать. Нет, ну нормально вообще, нет, а? Просто пипец! Ё-моё! Ты отходи! На этом все, дорогие друзья. С вами был сегодня как Алит Шоу. Подписывайтесь на все наши каналы. Вот на его тоже канал. Не так. Да, понимаю. Ну, на его канал, да. Подписывайтесь, ставьте лайки. И также повышитесь. С вами был Говорун А4, ёп. Молчаливый оператор. Я оператор. А кто? Наш лучший друг. Ты не был вообще, Женя должен был как-то, чтобы он что-то там какой-то наш лучший друг. Не подошел, кто-то мне позвонил. Не оператор, а наш лучший друг. Да, вот так. Что? Ты. Кто? Вы. Короче, пока, все, до свидания, извини. Знаешь, так назад уйди. И типа, затемнение. Эпидемия.